Здравствуйте, мои друзья! Сегодня я хочу показать очередное цветение моей шамбургии тибикинис. В этом году цветение не такое пышное, всего из 4 цветов. В прошлом же их было 10. Не знаю, по какой причине цветонос появился от небольшой псевдобульбы. Я думаю, что если бы эта псевдобульба была бы отдельным растением, то она не смогла бы процвести. А так как за спиной у нее такие огромные псевдобульбы, то, конечно, есть силы. И эта небольшая псевдобульба, высотой достигающая всего 25 сантиметров, выдала цветонос. В этом году цветонос развивался быстрее обычного. Если в прошлые годы развитие занимало до 5-6 месяцев, то в этом году всего за 3 орхидея распустила уже первые свои цветы. Правда, не все цветы красивые. Вот, например, посмотрите. Стандартная форма, широкая купа, 5 листьев. Здесь же уже всего 4 листа. На следующем цветке их 3. И здесь стандартная форма. Не знаю, по какой причине, скорее всего из-за того, что в прошлом году орхидея у меня немного стрессанула. И, по-моему, не только в прошлом, но и в позапрошлом. После из 2 точек роста орхидея показала небольшие псевдобульбы. Я, по-моему, их показывала в прошлом году. В этом году эти псевдобульбы превратились в куртины, которая одна из них выдала цветонос. Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы она осталась в этом же состоянии, не вытягивалась очень сильно, как две псевдобульбы по бокам. Но для такого содержания орхидея, конечно, должна находиться на ярком освещении, как это и происходит в естественной ее природе. Шамбургия тибикинис произрастает в листопадных лесах. То есть в зимний период она находится под ярким солнцем с прохладным ветром. Летний же период жаркое солнце прикрывает листья. У меня же получается наоборот. Зимний период орхидея проходит в тени, ну а летний период под ярким солнцем. И вот результат, эти ожоги. Ой, новый рост. Это, скорее всего, та куртина, которая в этом году не процвела. Буквально с позапрошлого года у меня начали появляться вот такие вот ожоги. Скорее всего, это не ожоги, а подгнившие места, которые после дождя высохли. Эти пятна появились именно в позапрошлом году. Но посмотрите, имеются ожоги, а псевдобульбы, они здоровые. Единственное повреждение только на этих местах. А здесь пятно, если вы помните, именно вот от этого железного ржавого гвоздя, который я не успела убрать вовремя. Пятно появилось вот внутри на небольшой псевдобульбе уже в прошлом году. И в этом году я решила не выставлять орхидею на яркое солнце. Все равно она зацветет, так как это самый легкий вид из своего рода. Как в зацветании, так и в развитии своей куртины. В этом году я отрезала уже от этой огромной куртины аж 6 огромных псевдобульб, так как они вываливались из этой корзины вот того места, видите, где отрезанный корешок. Именно изнутри я вырезала 6 псевдобульб, и они уже находятся у нового
хозяина. Думаю, что адаптация проходит успешно, так как не требовательна в уходе по сравнению с другими видами. В уходе у меня находится еще 3 представителя этого рода, но никак не хотят свести. Видимо, недостаток яркого освещения. У меня его так мало. Имеются, конечно, места в холодной части балкона, но шамбурги предпочитают более теплый температурный режим, где в зимний период отметка не опускается ниже 13-14 градусов. А на том балконе у меня температура опускается до плюс 10. Вот посмотрите, какая красота. Правда, аромат мне не очень нравится. Он немного мыльный. Также имеются сладкие нотки. Никогда с ней не попрощаюсь. Красавица, не правда ли? Буду потихоньку формировать куртину, чтобы орхидея не расползалась из своей посадки, как я это сделала в этом году. Вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. А на этом всем спасибо и пока-пока!